Всем привет, с вами это я, Эдер, и я такой подумал, а возможно ли пройти Half of Blast Coast, потратив всего лишь, ну, то есть, используя всего лишь 10 хп. Для некоторых это может быть невозможно, но для меня нет ничего невозможного, да? Поехали. Нам потребуется сначала ввести S-учит и вот так вот. И еще раз. Вот так. Теперь у нас 10 хп, поехали. Ребят, страшно. Мы, кстати, можем проходить сохранениями и загрузками, да. Поэтому, если мы сохранимся и загрузимся, то будет хорошо. Мне нельзя подбирать аптечки, иначе я начну заново. С последнего сохранения. Так, ждем пока эти... Идеально. Так, где? Стой, на месте, дурак! Сейчас лестницу сломаю, которая мне очень пригодится. О, граната! Нет, не убивай меня! Тупой. Так, по сути, теперь выжинаем. Сюда идем. Это очень, ребята, тяжело. Давайте, сохраняемся. Это зен. Ладно, хорошо. Мы можем бесконечно, ребят, так раз сделать. Ненавижу. Так, то есть, по сути, сейчас мы... Это невозможно, мне кажется. Это реально, мне кажется, невозможно. Ладно, хорошо, пойдем другим путем. А как мне то не подобрать? Изи! Перепрыгнуть! Изи. Иначе подобрал бы. Сейчас начнется... Очень тяжело, это, ну да? Это прицел просто имба. Оу! Так, я не зря тренировался в игре в Роблоксе. Аккуратно. Теперь пробегаем. Быстро, 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 быстро. Нет! Я подобрал хпшку! Ладно, хорошо, погодите. Надо отдышаться. Надо сделать так, чтобы у меня было всего лишь там 4 хпшки. Это сделать возможно. Я не хочу, ребята, перезапускать. Мне сойдет. Давайте сделаем так. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Идеально. Теперь бежим! Меня могут убить. Меня может вертолет рандомно победить. Так. Я не знаю, конечно, как я это буду делать. А, точно, там же есть триггер. Если не задевать тот триггер, то, в принципе, можно даже победить вот такой вертолет. Так, ну пока что, ребята, я прошел уже. Ну, можно сказать, что я прошел Half-Life 2 Blast Coast всего лишь с 4 хп-шками. Да. Так, не подбираем хпшки. Нам они не нужны никак. А, все, я прошел. А, погодите. Оттуда не получится. Тогда придется себе потерять здоровье оттуда. Да, поэтому мне придется импровизировать. Я не знаю, конечно, что это за слово. Ладно. Нет! Давайте, у меня 4 хпшки. Как хорошо, что я спидранер и могу вот такими методами проходить. Да, обожаю. Люблю спидранить, обожаю спидранить, да. Нет.
Блин. Нет! О-о-о! Так, сохранимся. Обожаю быть спидранером. Half-Life 2 Ускользко очень быстро проходится. И я прошел Half-Life 2 Ускользко всего лишь 4 хп-шками. Бам. Поздравьте меня! Хлопки! Я выиграл! Да! А теперь вы можете спокойно ждать Half-Life 2 Ускользко только 5 хп-шек. Да. Кажись, вы его, наверное, не дождетесь. Может быть, дождетесь только через годик. Всем удачи, всем пока. С вами был Айдар. Пока.